Всех приветствую. Сегодня просмотрела ролик про новолуние, которое сегодня, 26 ноября, 18:06. Вот прямо вот записываю сейчас в реальном времени. О чем это новолуние? Оно в знаке Стрельца. Оно дает открытие новых перспектив, новых возможностей, новых путей, открытия новых путей, возможности реализации самых смелых надежд, проектов, особенно если они были проработаны в предыдущий период. Открываются новые возможности, новые знакомства. Появляются люди, которых мы давно, может быть, хотели познакомиться и не удавалось. Вот эти возможности новолуние открывает. Вот эти знакомства принесут, как раз откроют нам эти возможности. Это новолуние будет покровительствовать и благоприятствовать всем крупным проектам в сфере туризма, путешествия, образования, психологии, политики, крупных бизнес-проектов. Открываются новые перспективы, финансы, возможности. И вот гармоничное сочетание аспектов планеты, которые сейчас происходит. Ну, кто понимает в астрологии, вы это увидите. Ссылку на ролик этот я дам вам, чтобы вы сами просмотрели. Открывает вот эти аспекты, открывают начало нового этапа в нашей жизни. Конечно, движение зависит от нас самих, но вот еще целую неделю вы можете планировать, мечтать, там еще что-то. Но я хочу всем подписчикам моих соцсетей активизировать эти возможности, то есть наполниться энергией, которую дают нам сейчас эти планеты. Для этого, пожалуйста, садитесь поудобнее, закрывайте глаза и поехали. Я вам сейчас произнесу мыслеформу по активизации ауры на уровне жизни души, которая как раз запустит эти возможности. Все, поехали. Обращаюсь к Творцу-Создателю. Я есть Татьяна. Прошу, объединенный источник жизни души, состоящий из последовательности цветов красный, желтый, зеленый, синий и в центре белый, активизировать мою ауру, ауру всех, кто слушает сейчас эту мыслеформу. На уровне открытия новых перспектив, новых возможностей, реализации, начала нового этапа в нашей жизни в соответствии с расположением планет в новолуние, в знаке Стрельца 26 ноября 2019 года, 18:06 по московскому времени, и активизировать программы жизни, любви, счастья, молодости, красоты, здоровья, новых перспектив, новых возможностей. Наивысшим, наилучшим образом для нас поистине Творца. И да будет так, ибо я есть, кто я есть. Я благодарю Создателя, благодарю Тебя, Дух мой, за то, что это уже произошло. И прошу Создателя освободить всех сущностей, духов и души всех видов, которые блокировали новые возможности, новые перспективы, новые знакомства, и отправить их в отведенные Богом пространство и время с любовью и благодарностью за их помощь в нашем эволюционном развитии. Благодарю. Благодарю, благодарю. Всем желаю новых возможностей, открытия, действия, хорошего настроения, всех благ. Пока-пока.